Правда ли, что нельзя бить человека по лицу, и что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запрещал это? А как быть тогда, если, видимо, человек спрашивает, если это правда, как быть в драке? Потому что, ну, там ты не выбираешь, как бить, что делать и так далее. Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. Пророк, саллиллах, сказал, когда, говорит, у вас как-то драка становится, пускай это не будет бить по лицу. Из-за этого, конечно, если были мусульмане, не будут они бить по лицу. Но в наше время, если тебя бьют, ты имеешь право защитить и бить, и защитить себя, самооборона. Или тебя, или твою семью. Это исключение. А так основа является харам по лицу бить. И также, например, бокс, который постоянно лицу по голову бьет, или же бои без правил. Все это бесспорно является исламом харамным спортом. Нельзя этим заниматься, нельзя выходить на ринг, хотя даже не какой-то государство ты выходишь. За свой клуб хоть выходишь, не имеешь права там драться, потому что это является харам. И это вреда и себе, и другим вносит вред. Это является запретным спортом. Бить по лицу, будет это бокс, будет этот бои без правил, Аллаху алям.